Всем привет, друзья! Сегодня хочу поделиться очень вкусным рецептом крафина. Тесто забыла снять, как готовится, но в описании все тщательно вам напишу. Тесто получается просто прекрасное, восхитительное, как будто живое. От моего размера теста получается 3 шарика, 3 крафина кулича, можно сказать. Но я 2 варианта сделала обычно, как крафин, а третий косичкой. Сверху на тесто смазываем сливочным растопленным маслом. Даже не растопленным, а мягким. Потом добавляем всякие вкусняшки. Изюм, клюква у меня, миндальные лепестки, орехи. Все, что вы любите, вот можно добавить. Получается очень насыщенно и вкусно. Еще за счет апельсиновой цедры, которая в тесте, аромат просто восхитительный. Потом вот так аккуратненько режем посередине, как я делаю на видео, и заворачиваем как рулетик, как розочку, можно сказать. Далее, вот эту красоту ставим в форму и даем вот так постоять еще, чтобы тесто дошло. Первый вариант я делала так, а второй уже косичкой. Сейчас вам покажу, как получается, и косичка. Друзья, получается просто превосходно. Готовьте, очень вкусный рецепт. За счет вот этих всех ароматов, которые в крафине, и за счет вкусного теста, просто восхитительный. Мне очень понравился. Рекомендую, готовьте на здоровье. Когда тесто уже положили по формочкам, даем постоять еще 30 минут, а потом выпекаем. Если у вас тоже чуть-чуть кажется, что пригорает сверху, закройте пергаментом, как сделала я. Вот такие красотулечки у нас получились. Готовьте на здоровье!